вами я. И вы на канале Судомашисто. Сегодня я буду опять как бы на внедорожном мультике без Сосрищикова. Я теперь один, но я сводится. Вот а... И тут будет тут очень красиво. Я, кстати, уже открыл два новых машин. Ну, в прошлый раз. Просто все, я только на готовился и на этом. Но теперь буду эти уже с вами испытать. Тоже я их прокачал. Ну пусть я арматуру так прокачаю. Ну ладно. Пусть так и будет. Ладно, что, давайте кубок пустые, надеюсь, лучше на этом. А какие-то детали. Извините. Так, ребят, я там уже поставил управление в воздухе, только что на паузе. Да-да-да-да. Да сейчас я вижу снимаю. Так, ну что ж, давайте сейчас начинать. Так, меня мама что-то беспокоит, не переживайте. Включайте. Ладно, все, поехали. Его какой передать твой автобус. Все, до свидания, пожалуйста. Вот это подъемная девушка. Давайте, что с крыши оторвалась. Ну давай, ты подвал, ты не знаю. Чё-то я лопаю, нехорошо прикачал. Ай! Уже? Наконец-то я их обогнал. Ой, Дима, сейчас мне не выйдет, хватит! Тёр-тёр-тёр. Опа, е! Да. Повернулся на крышу. Так, ну что ж, погнали, погнали, погнали. Так, ну зато я уже буду работать, езжу по производству канала, мне попросили в сожжение выходной и поехать. Да, кстати, не далеко, Псоска. Да, ну хотел бы я сейчас. Так, ну, пусть будет так вот. Ну, это будет так. Ну там ладно, работаю, вижу на по переезду на 22 километре. Ну как вы видели, там да, вот позже остановлен, я как знаю, когда мы приехали в Сталинском экспрессе. Когда мы ехали. О, ну плюс 16 раз, плюс 16 оказалось, что я был в воздухе. Так, ну прикольно, прикольно. Так, давайте подмотрим, погнали. Еще повезет. Вот. Он все погнал. А вон и финиш. Так, ну я все сделал, но я все торможу. А эти скутерщики. А вот так он стал, вообще. Так вот. Ну, начинаю ставить сельский кубок. Ладно, давайте теперь испытывать на этом. Ну пусть так. Ну так пусть будет. Ну тут родители уже установлены. Так, ну что, спасибо. Так, ну, ребят. Так, ну что, значит, идет, значит, идет. Ну, конечно, это красивая идея. Но я остальные денежки не взял. Но хотя этот автобус, оно немного имеет. Блин, не прокачал, наверное, мотор. Что же я там делал такое? Ну ладно. Ну вот, врезали, сильно сбились. Ладно, еще раз пробуем. Я думаю, я не смог прокачать, похоже, его я буду больше и больше двигать. Так, ну я всех обогнал, но надо уехать отсюда. Так, где... Так, ну, кстати, прикольно. Да, ну, может, в следующей серии будет, наверное, с Сашей Гелищиком. То есть, Саша... Да, да, ну, тогда, надеюсь, он ко мне придет, все вернется. Вам еще раз. Так, ну, давайте все, мы выиграли. Так, ну что ж, и последний. Я надеюсь, какой-то есть автобус.
Странно, не знаю. Ладно, все, погнали. Ладно, я сделаю опять же ей. Пацаны, как он в школе прикольно. Погнали, погнали, погнали. Погнали, погнали, давайте, погнали, давайте. Вот еще, еще, еще. Пусть больше будем. Вот это и я называю крутяк. Хорошо, закончили второй заезд. Так, ну, уже скоро откроем трактор. Темная дорога. Но я думаю, что сделаю на это. Ну, у меня же будет мотор на 4 раза прокачан. Ну, хорошо, так. Да. Да, как-то странно. Надо потом еще раз прокачать. А, и еще больше прокачать мотор. Так, а вы все сдирали. Ну, что за автобус такой? Сейчас спуститесь на его автобус. Ну да, ты, конечно, ничего не сделаешь. Так, так, так. Ты погнали. Ну, я, к сожалению, второй. Так. Два джипа. И такой большой джип. Еще больше. Есть. Сделал много времени в воздухе. Забрал бензин. Так, вот. Вот автобус не догоняет, и теперь я первый. Так. На дорогу он не выдвинулся, теперь следующий заезд. Так, нормально. Так, с горочки скатываемся. А вот этого я быстро обогнал. Ну да, там, да, часть короче. Да, я первый. Да, ну конечно, я сейчас дойду, и теперь я уже открыл этот трактор. Все, у меня трактор открыт. Так, ну прикольно будет. Эх, 15 тысяч. Ну зачем я так деньги трачу? Ладно. Ладно, а теперь у нас будем попробовать. Так. Так, все понял. И погнали. Так, давайте быстрее погнали. Да, ну ничего себе, я так сделал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, он разбился. Я, кстати, первый. Так. Дальше ты ничего не зарковаться становится. Ё-моё. Ну, хотя бы я сделаю, наверное, третий заезд. А хотя нет, четвёртый. Ну, ещё два заезда сделаю. Короче, ну, вообще все не сделаю. Так, вот это прыжочки. Так, надеюсь, я раз смогу сальдо сделать. Так, открытый воздух. Начинаю. Пожалуйста, пожалуйста. Блин, ну что, я так не сделал. Значит, не надо. Прикольно, я теперь могу уже открыть ящик. Да, вот так вот. Ну теперь я могу уже открыть этот трактор. Вот все. Вот так. Я разблокировал тракторис. Вторичный дым поставлю. Ладно, пусть так и будет.
Сейчас я один шестой заезд на тротуаре. Да, даже не видно, даже голову не видно. Ой. Блин, слишком тяжело, я его не смог прокачать. Ё-моё, ну ладно. Его заезд на этом. Пока что. Боже, боже. Ой, это ещё кот. Вот это всегда кот, похоже. Сейчас тут всех обгоню. И что я сделаю? Сейчас они опять меня обгонят. Так, ну я второй. Там все сделал следующий заезд. Шестой заезд. Так, так, так. Так, эти не смогли. Да, но нет, не смогли. Но они не пострадал. О, автобус не пострадал. Я тоже. Так, ну все, остановились. Ой, ну ё-моё. Так, погнали, 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 погнали. Так, так, так. Так, 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 так. Так, ну быстрее, давай быстрее, ну доходи, не дай. Вот ты распускаешь по белым и двум девушкам. Ну так как. Ладно, сейчас сделаю последний заезд. И все. Очень не разбился. Так, ну все. Все сделаю заезд. Ладно, все, последний заезд. Вот и сейчас какой потопляй. Ладно, пока не буду. Так, не надо до 12 кристаллов. Так, что-нибудь... Не будем ничего прочесть. Ладно, сделаем магнит. А, стоп. Не. Что не еще? Нет, ничего. А в другом месте я тут... Зимнейший миг поставлю вот здесь вот. И еще я буду ставить. Вот, к сожалению, магнитик. Но это, к сожалению, бывает такое. Напишем готово. Так. Возьму, как обычно, скрипок. Чтобы быстрее погнали. Никто из автобусов не участвует. Он снова, к сожалению, наверное, на автобусе. Ну вот, так, заделся. Задел это. Да. К сожалению, задел. Ну, это бывает такое. Ну, погнали. Да, ну я потом покажу это вас, красно. Так, быстрее, поехали! Это моя. Так, ну все, я забрал монету. Так, да, для финиша понес. Ладно, все, последний этап, третий этап. Ну, прямо я к сожалению не смог. Так. Так, ну-ка. Все, я приземлился. Хорошо.
Так, ну что ж, теперь я открыл вот эту трассу. Так, фабричный кубок. А скоро я открыл, кстати, мотокросс. Такой прикольный. Так, да. Все, это последний заезд. Почему бы и нет? Так. Ладно, к сожалению, я буду трактор уже прокачивать. Ладно, теперь буду уже трактор прокачивать. Что моё? Что здесь такое же? Стартовый ускоритель. Ладно, на шпенд мотор прокачиваем на два раза. На силу два. Ну всё, смогу идём, сили нет. Ну что, поехал быстрее, поехал. Ладно, к сожалению, я буду, наверное, вторым. Даже два таких трактористов участвуют. Так, ну все, я не узираю, но я это, к сожалению, не могу, к сожалению, догнать. Так, вот тут движущаяся платформа. Да, придется с большим трудом двигаться через них. Бог, да, но я, к сожалению, да, там кто-то, какой-то там один трактор разбился. Так, ну все, так. Двигается платформа нормально. Я не смогу добраться до рычага. Да, надо все время отключать рычаги. Вот появится рычаг. Ты не бесплатишь. Вот этот уже, братан, включил. А, нет, не включил, но я включил только сам. Да. Да, да, интересно, надеюсь, он разобьется, я боюсь, что он разобьется. Или, надеюсь, наверное, он разобьется или нет. Так, ну где-нибудь. Он не выключил, я выключу этот рычаг. Все, теперь больше ничего не работает. Да, черт. Так быстрее, ну давай быстрее. Теперь повернуть рычаг. Так, последняя сила. Так, ну что, погнали. Смотрите, какая шуба сейчас прилетит. Вот это просочек. Ой, я сейчас посорвал. Да, но, к сожалению, я не смог обогнать его. Ну, вот так вот. Быстрее гони, тракторист. Да, вообще. Да, на этом раз супер будет. Ладно, ребята, ну, в этом я буду заканчивать видеоролик. Всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, скоро 600. Ну и всем пока-пока.